мы не убираем планов, которые мы ставили себе на 2022 год. Рост заработной платы на 10%. К этому показателю мы будем идти. Саратовская область сейчас занимает 8-е место в Приволжском федеральном округе. Она должна занимать как минимум 4-5 место по уровню заработных плат. Поэтому эта задача остается на 2022 год и будет задачей номер один. Второе. Создание новых рабочих мест. В рамках нашей с вами экономической модели это 1500 новых рабочих мест в 2022 году. У нас есть четкое понимание, где они будут. Второй вопрос. У нас те инвестиционные проекты, в рамках которых они создаются, не остановились. Они работают. Каждый проект мы будем сопровождать, и этот показатель будет показателем работы правительства в целом в конце 2022 года. Еще одной главной задачей остается сохранение всех инвестпроектов и инвестплощадок на территории Саратовской области. Давайте не забывать, что это более 700 миллиардов рублей. На сегодняшний момент практически все продолжают работать. Даже где есть временные остановки, не принимают решения в отношении прекращения работы в этих направлениях. Поэтому эту задачу правительство себе ставит в этом году. И эти три основных направления, которые будут характеризовать в целом экономику по итогам 2022 года, мы будем достигать.